Питання, можна делегувати з вами, хто буде вести, нашого працівника? Ну, робочого групу, не скачає. Скажіть, ласка, а які у вас повноваження приймати наше повноваження чи не приймати? Бо ви ж не те, що приймати. Тобто ви, і ми будемо всі затверджувати, чи як це буде? У нас є регулятор, це судді, є споживачі, є газотранспортні, що для газу. Ситуация, когда кто-то один из этой пары диктует условия, получается вот так. Понимаете? Поэтому речь идет о балансе. Баланс в данной ситуации в руках непосредственно. Ну, только фактично, наші даже пропозиції, які ви начебто будете виконувати, вони не будуть прийняті. Смотрите, еще раз подчеркиваю, давайте послушаем меня. Вот. Итак, если регулятор, мы обязаны это показать, вот, предложения такие-то, такие-то, для этого есть сайт и прочее, адресарий трудовой почты, зафиксированы бумажные, канцелярию, массовые. Мы это все ведем регулятором. Представники громады тоже могут ехать, когда там будет представление и все прочее. Говорит, мы считаем, как потребители, что вот это вот неправильно, а вот это правильно, потому что. Я со своей стороны, как газотранспортирующая организация, говорю, не согласен с этим, потому что так-то. Сидит судья и говорит, решение такое. Мини судья. Даете субсидию, фактически людей тут же параллельно освобождаете от уплаты за газ. Какая это выгода? Вот говорили раньше, что цена на оформление субсидий равна сумме субсидий, которые дают. Смысл в этом? Я не понимаю. По глупости. К сожалению, ко мне никаких. А нет, ну как, не важно. Зачем? Поставьте нормальную цену, чтобы он, Ваня, Петя, Таня, заплатили нормальную цену, смогли заплатить. Это будет больше, чем вы у тех забираете, а тем даете. Что это? Ну и вы, президент, премьер, кто там дает, я не знаю. Это ж глупость, по-моему. Я вам говорю, со мной проспали, когда все умничаете, я думаю, утилить. И не слушайте другие. Смотрите. Я это все прекрасно понимаю. Прекрасно. И то, что коллега говорит об НДС, я тоже понимаю. К сожалению, огромное. В полномочиях керівника ВАД первого контракта не лежит отмена НДС по всей стране, отмена субсидий и прочее. Я, к сожалению, если бы это было в моей власти, я бы не понял. Вот и корень была. Я здесь. Так, Роман, вот только время идет, давайте определяться. Дата и что будем дальше делать. Я предлагаю 11-го. Вот у нас будет судья НКР. Если 11-го, а что скажет Олег Анатольевич? Олег Анатольевич, я должен тебе подавиться, чем все процедурно. А, ты в этом? Так давай 11-го. Нет, мы считаем, нас больше, мы так считаем. Ну, люди, вы чуете людей? Мы же поживачи, вы же закопали. Есть такая поговорка, покупатель всегда прав. Давайте ми будемо хитати поговорити. Я розумію, що це зовсім по темі, але таке болюче питання. Скажіть, а якість газа страшна у місті Кропивницького? Хмельницького зовсім інший газ. Тобто приходиш, ставиш кастрюльку, вона закипає миттєво. Кіровогазі газжалі нічого. Рапорки за що ви платите? Це новий лідер такий. Я бы не хотел бы оплатить.
газа в системе, есть магистральный газопровод, которым занимается полнометражный газ. Значит, он дает топливо распределительным компаниям полугазов. Качество газа ухудшить вот у меня в Кировоградской области невозможно. Технически невозможно. Воздух подкачиваемся, и процент только сейчас по воздуху должен быть Давайте технические вопросы, здесь обсуждать не будут. Поверьте мне, здесь сидят технари, которые десятилетия в газе. Это невозможно технологически. Если это возможно, тогда я отвечу на вас. Давайте, чтобы успеть во время ПНЛ. Давайте, да, отвечу. Предлагаю следующий вариант. Значит, рабочая группа. Есть? Или нет? Отдадим. Отдадим, если надо. Я буду бегать за рабочей группой и ставить мне рабочую группу. Телефоны есть, Отвечайте. Рабочую группу создадим. Значит, через 10 дней. Давай, компромисс. Через 10 дней. Необхідно, щоб на сайті була дата, до якого ви маєте право подати свої пропозиції. Тобто я рекомендую все-таки ваш Кіровоградгаз змінити дату, до якого буде, до якого числа необхідно подати ці пропозиції. Без питань. Ви там визначитеся з датою, яка повинна бути, до якої ви повинні надати свої пропозиції. І потім змінити дату наступного обговорення. Рекомендації можна подавати як в електронному вигляді, так і листами. Але кінцева дата – це та, яка буде вивішена на сайті. Тобто, щоб ви розуміли. Девятого. А то, что... Шестого, подожди. Подачи же.
форма подачі вам об'яснили, відповідальність не запровадити. Ще минутку мені надо. Шановні, давай я так. Шановні, спочатку. Ви створіть робочу групу.